Так, нейтральный круг. Собираться научить. Нет, я один раз собрался, за один год. Первый раз, уже два надо было собраться. Это будет смешно. Я думал, Артем хочет тактику, как у Пети в прошлый раз, когда он все время шел предпоследним. Сергей! Так, Артем хочет 1000 рублей, кажется. Артём, помягче чуть-чуть, помягче. Так. Лёха. Лёша. Лёша. Алексей Наумов. Алексей, сходи. Наумов, Наумов, стоп. Он точно Наумов. Антон, по-моему. А кто второй? Антон. Антон? Антон, Алексей, сходим! Антон Коротков, сойди тоже.
Сейчас финишный? Или нет? Нейтральный круг, нейтральный круг! Коротко сойди! Блин. Кто-то, похоже, решил место Коли занять в стадии бунтарей. Коротко сойди! Ты! Надо было сказать птица. Птица, улетай! Тебе да. Потом мы засомневались, что правильно знаем твою фамилию. О, началась жара. Джексон! Ну. Нейтральный круг. Антон. Киборг против школьника. Ну хоть Григор слышит свое имя. У нас вроде Григор только один. Да слушай, у нас Леха тоже вроде только один. Я вот там фамилию просто... Да ему и Леха кричали, и Наумов кричали. Коля, второй, давай! Ну, с этими двумя сложно уже. Блин, киборгу. Николай! Я оставлю на Сашу. Тёме надо сесть сейчас. Нет, подожди, еще Тёма, еще на самом деле в гонке. Потому что там их двое, а тут один. Тёма, сядь к ним в пачку. Про Артёма вообще уже все забыли, что он тут есть. Для него это легкая прогулка. Он вообще едет сам по себе просто. Ого! Давай, 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 Саша, давай! Ваня! Тёма! По идее, остались Артём и... И Саша, да. Не, Саша, Саша впереди был. Саша, давай!
Саня забыл, да, что ли? Давай, давай, Саша, давай, давай. Давай, 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 давай.